Здесь твой дружок. У вас 3 минуты. Здрасте, Степан Агафонович. Здорово, Ивашка. Ну, расскажите, как тут? Хорошо, вас кормят, не кормят? Какой кормят? Я в тюрьме сижу, никого не кормят. Что за дебильный вопрос? А что же вы сразу серчаете? Я же не сидемш, я не знаю, кормят тут вас и... Короче, сразу к делу. Всех моих подручных, всех моих бандитушек, всех поубивали. Один ты, дебил, остался. Так я что, я виноват, что ли? Я пирожок в сортир уронил, за ним полез, а пока вылезал, так вас всех поарестовали. Вот я и говорю, дебил ты. Ладно. Короче, тайник со всеми сокровищами нашими, которые мы награбили, не нашли. Знаю только я, где он. А меня казнят. Вы все хотите оставить мне? Добродетель, кормилец вы мой. Тихо, я благодарен буду. Сейчас, конечно, разбежался. Смерть ты подмышечный. Но если сделаешь все, как я скажу, получишь 10-ю долю всех сокровищ. О, 10-я доля. Это ж 1, 2, 3, 7. Это много? Ну как ты думаешь, если мы 16 лет грабили все и вся? Че ты там считаешь? Да я после сортира, видимо, не отмылся. Видите, радужка коричневая осталась. Фу, да что ты, дебил ты! Сюда иди. Слушай внимательно. А? Дома у меня под полодями бутыль лежит. Так я же не пью. Да ты дослушай, ты! В ней водица живая. О, живая. Сегодня ночью, когда меня кузнят, тело мое возьмешь и домой принесешь. Окропишь мое тело этой водицей, все раны мои затянутся, и стану я жив-живехонек. Мы с тобой новую банду соберем, понял, слышишь ты, Ивашка? Уразумел, дрищ меня? Уразумел! Уразумел, Степан Агафонович! Все сделаю, как скажете. Иди. Все сделаю. Иди. Все сделаю. Вот вам крест. Пошел отсюда. Дебил. За изнасилование бояр, за кражу царского коня, а также за кражу княжьей казны Степан, сын Агафонов, приговаривается к смерти. Через прокручивание. А что это через прокручивание-то, а? Почему по старинке нельзя, как, вон, через повешение? Так на той неделе одного повесили, так его живой водой оживили. Царь сказал прокручивание, значит прокручивание. Так, наверное, надежней. Поехали. Может, все-таки повесить меня как-то или там пушками расстрелять? Можно с башни с какой? Поехали. Меня скинуть с башни, может? Степан Агафонович, вот мы дома. Вы здесь полежите, я сейчас за бутылью. Вот она, водица живая. Ты что натворил? Ты ж Степана Агафоновича сожрал! Сука ты, кобель! Степан Агафонович, сейчас все будет. Степан Агафонович,
Ты что вытворил со мной, дебил? А что вы просили, то и вытворил. Живой водицы вас окропил. Вы как просили, так и сделал. А почему я говно тогда? Ну, это долгая история. Главное, что вы живы. И неважно, как ты выглядишь, когда у тебя столько денег. Правда, Степан Агафоныч? Неправда! Ты дебил! Хрен я с тобой золотом поделюсь теперь! Но мы же договаривались. Пошел ты в баню с такими договорами! Ну и вали отсюда. Говно собачье. Между нами память и туман, ты как во сне. Год какой? Страна какая? Что со мной произошло? Ты на протяжении 6 лет как будто мертвый ходил. Холодом от тебя веет. А вчера я впервые увидел, что ты человек. Я помню заброшенный бассейн Киняева. Я помню, как мы пытались его остановить. Этим 6 лет прошло! А я стой! Не думал, что снова увижу ее. При перемещении Паши обратно во времени это что-то в него проникло. Мне больше некому идти за помощью. Я не понимаю, что происходит. Для тех, у кого в крови есть РС-частицы, как у вашего друга, управлять электромагнитным полем так же просто, как для нас подвинуть что-то рукой. На счет 3 один из вас умрет. Оказались только наедине. Здрасте. Здорово, а ты кто? Я Игорь.